Заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Московской областной думе Лидия Антонова провела прием населения в Люберцах. С какими вопросами жители городского округа обратились к парламентарию, узнал наш корреспондент. Елена Михеева воспитывает 5 дочерей. Со своей большой семьей живет в поселке Томилино. Квартира перешла по наследству от дедушки. Многодетной маме выделили земельный участок в Раменском районе. Но женщину такой вариант не устраивает. Мечтает построить дом и жить в пределах городского округа Люберцы. Здесь детей воспитываю, здесь школы, здесь сады, здесь. Нежелание переезжать связано и с тем, что вокруг выделенного земельного участка нет инфраструктуры. Есть вопросы к работе и кадастровой службы. Долго оформляют документы. Начинаем с сегодняшнего дня работать. Телефоны вам все дадут. Вам здоровья. Девочка, будем работать. Спасибо. До свидания. Прием граждан заместителю руководителя фракции партии «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова проводит в Люберцах ежемесячно. Как правило, жители озвучивают не только те проблемы, которые касаются их лично. Во время таких бесед решаются и актуальные вопросы, связанные с развитием городского округа. Есть тема, связанная с транспортной доступностью, с освещением. Есть категории людей, которые проживают, например, не в больших квартирных домах, а в маленьких частных каких-то или не очень маленьких домах. Они тоже обращаются, говорят, а когда дойдет до нас очередь, чтобы у нас было светло на улице. И вот мы в таких случаях, естественно, получаем точку зрения людей, работаем с администрациями. Записаться на личный прием к представителям «Единой России» может любой житель городского округа Люберцы. Для этого необходимо обратиться в общественную приемную местного отделения партии. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.